Так, ладно, ребят, продолжаем. Что у нас там было? Так, мы выбрали вариант, стоит его привести сюда, то есть Соджеру рассказать про все. И Макото нам ответила: да, это хорошая идея. Нам стоит поговорить с ним. Да, к сожалению, мы тут больше ничего не можем сделать. Я думаю, вы знаете, что не стоит скрывать. Или стоит. Эй, Футаба! Эй! Ребят, ну вот посмотрите, она сейчас без очков, ну она прекрасна. Ну зачем эти очки? Блин. Как бы насчет состояния Футабы. А? Что такое? У тебя лицо, как будто кто-то сейчас умрет. Или умер. Насчет состояния Футабы-тян. А, это. Но иногда с ней такое бывает. Че? Ну, похоже, она использовала все свои силы и истощилась. Ну, короче, проще говоря, она как батарейка. Разрядилась. Это все из-за того, что она особо не двигается. Как бы сидит, закрытый только в комнате. Какого черта? Это на несколько дней. Постоянно такое бывает. Пока что оставим ее тут спать в доме. Я пойду кафе закрою, так что подождите. То есть это для нее нормальное состояние. Что? Что за чувство я сейчас ощущаю? Да. Это действительно странно. Ну, знаете, это по сути то же самое, как задротить в какую-нибудь игру пару дней без перерыва, а потом уснуть на другие пару дней. Ну, типа того. Так. А, ну, конечно, я очень рад, что с ней все хорошо, но что будем делать с Маджедо тогда? А! Блин, она прекрасна. Проснулась! Меджедо. Или пой, нет, это не счастье, это ужас. Скорота. Чё-то нерю. Я устала. Посплю немного. Не то! Заснула! Штаба-чан! Чё-то ты дондаке нерю цмари? Эй, как долго она намеревается спать, собирается. Мы не можем ее разбудить, тряся ее. Что будем делать? Но мы же не можем пойти найти другого хакера. Придется подождать, пока она придет себе в состояние. Придет себе. Да ей пофиг, там может и этот, как его, пройти хоть и вертолеты и самолеты, ей походу срать. С Маджедо что будем делать-то? Понять не имею. Сейчас, кстати, все только и говорят об этом дне Икс. Да, не могу поверить, что мировые хакеры, скажем так, сели нам на хост. Мы что, их просто оставим в покое, что ли? Нам надо что-то придумать. Я понимаю, но... В любом случае, нам нужно что-то сделать. Помогая либо бою, это было то, что нам нужно. Сейчас мы не можем быть уверены в том, что она сможет нам помочь уже.
Надо подумать об альтернативе. Да, использовать все, что сможем. Время у нас еще есть, так что надо придумать что-нибудь. Ну, хозяин сказал, что с ней все будет хорошо. Через несколько дней она проснется, и все будет нормально. Да. Такие вот дела, ребят. Ну ладно, будем ждать пробуждения Футабы. Эх, ладно. Че, идем спать. Ой! Да, спать! И тем временем у нас 28 июля. Летние каникулы. Фантомные воры что-нибудь сделали? Не знаю, может они тупо забили? Не, они точно что-то сделают. Иначе у нас будет куча неприятностей. Я хочу, чтобы быстрее это все закончилось. Ой, ну что ж, ребят, надо ждать, пока Футаба придет в себя, и я вижу, у меня уже тут есть предложение, с кем пойти потусить. Так, что насчет Тая? Странно. Вроде бы левелап, по идее, должен быть. А, ребят, ребят, стоп. Нам харизмы не хватает. Нам нужно харизму прокачать, чтобы стаи замутить дальше. И Хифуми открыть. Так, окей, Сану и Сирюджи мы получим левел. С Макото мы ничего не получим. Можно пойти Ичигаю рыбу ловить. Качай Харю. Блин, где мы можем ее прокачать? В банке мы можем по вечерам. Окей. Где мы еще мы можем ее прокачать? А, точно. Вспомнил. В цветочный магазин поработать. Эу, привет, он. Извини, но мне сейчас нужно пойти и поработать. И да, парт-тайм. Так, слушай, линк не ограничены. В смысле? Понятно, понятно, что они ограничены. Но мне нужно прокачать харизму в любом случае. Иначе я не смогу продвинуться дальше с Таечкой. А мне это надо. Она там что-то серьезно хотела поговорить со мной. Так, окей. Да-да. Мы поработали, молодцы. Точнее, начали работать. О, вы что, издеваетесь? Завернуть цветы? Окей. Мне что, еще выбить? Вы издеваетесь, что ли? Это слишком сложно. Я не знаю. Я... Блин. Сойдет. Блин, меня заставляют еще букеты составлять, выбирая из кучи просто разных цветов. Они охренели, что ли? Я не разбираюсь в цветах, а тем более на японском их прочесть, это жопа. Ну, точнее, прочесть-то можно, а понять, что это такое, блин. Окей, ладно, сойдет и так.
調子はどうだ? Есть, 2 очка. И... Стоп, это доброта, а не харизма. Ёси. Кайрито сурга? Эй, это не то, что нам надо. О, кайрито как? Что мне там пишет? Ой, ну что он от меня хочет-то? Иди лесом. Я тут немного... Страшно. Ладно, ребят, погнали в баньку. Ну, нужно идти давиться бургерами. Ну, придется. А зачем мне спортзал? В спортзале... Чихая меня ждет. Да, но time to wait, мне харизма нужна. Погнали. Баньку. Ты должен был стать добрее. Окей, до меня не дошло сразу. Так. Воу. Весь такой сияешь прямо. Дай, красавец прямо. Йоси. Кайрито суруга? Да, тут надолго. Ну, времени у меня как бы почти месяц, так что нормально. Алгар, так какая разница? Лид, плохо? Пора это исправлять. Так, меня ждет Анна снова. Ждет. Но пусть подождет уже до завтра. А на сегодня мы уже закончим, потому что я уже устал. И пора заканчивать.